Добрый день, уважаемые любители музыки! Вы случайно попали на музыкальный канал Сергея Замбровского. Моя фамилия вот с правой стороны здесь на стенке висит, да, Замбровский. А здесь слева находятся клавиши фортепиано, международные клавиши фортепиано. Но это рисунок, на стенке нарисовано. В руках же настоящий инструмент. Вот он сейчас поступил. Я не успел нажать на клавиши, как он начал уже играть мелодию. Ну, мелодия, конечно, незнакомая никому. То есть клавиши звучат произвольно, вот так. Они тут провалились, половина басов тут провалилась, конечно. Ну, куда деваться, потому что гармонь пришла по почте и так далее и тому подобное. Здесь исчезли, конечно, переключатели регистров, которые я буду восстанавливать, золотистые. Они украшают эту гармонь, сию гармонь. Ну и, конечно, настройка, еще раз настройка. Буду играть, буду настраивать, а в конце концов, конечно, буду играть на этой гармонии, то есть демонстрировать, что получилось в результате ремонта, реставрации, как она стала звучать. Итак, дорогие друзья, ставьте свои лайки, пишите нам, звоните по старым адресам. Здесь работает музыкант Сергей Замбровский.